Единственное, что я мог бы по-настоящему предложить молодому начинающему студенту, это дисциплина. Кроме дисциплины, ничего большего предложить практически невозможно. Необходима дисциплина в организации времени, необходима дисциплина в организации чтения, в организации того, что я пишу. Необходима во всем дисциплина. Вообще, дисциплина – это неплохая вещь. Мы боимся иногда дисциплины, кажется, что она нас куда-то уведет, она стеснит, она свяжет. На самом деле дисциплина развязывает. Дисциплинирование помогает нам правильно использовать свои ресурсы. Поэтому очень важно правильно дисциплинировать себя. Не только знать, как учиться, не только иметь желание учиться, но и правильно распределить все свои ресурсы, прежде всего время. Сегодня самый главный ресурс – это время. Поставьте правильные приоритеты. Отведите определенное количество времени. Обычно это не так уж много. Ну, предположим, час в день на систематическое богословское образование. Если вам покажется много, час в день, полчаса в день, но выдержите это время. И дисциплина поможет вам очень быстро войти в ритм обучения и получить полное образование так, как его дает любое богословское учебное заведение.